минувшие выходные состоялся ежегодный областной конкурс вокального искусства «Алябьевский соловей». Участники выступали в двух номинациях – «Академическое пение» и «Народное пение». Дело в том, что рязанцы тесно связаны с именем великого композитора, пианиста и дирижера Александра Алябьева. В середине 1830-х годов Алябьеву после ссылки в Сибирь разрешили жить у родственников в Московской губернии, и Александр Александрович подолгу гостил в рязанцах. В этом году было подано более 200 заявок на участие из 35 городов Московской области. Оценивало вокальные способности и артистизм участников профессиональное жюри. От лица администрации городского округа Щелково всех конкурсантов поприветствовал заместитель главы округа Дмитрий Толмачев. Хочу сказать большое спасибо за то, что вы сегодня приехали на Щелковскую землю. Сказать большое спасибо нашему уважаемому жюри. Я желаю вам всем сегодня успехов, пусть победит сильнейший. Я думаю, что сегодня все равно проигравших у нас сегодня не будет. Разрешите также вам пожелать всего самого доброго и хорошего от главы городского округа Щелково Андрея Алексеевича Булгакова. Победители областного конкурса вокального искусства «Алябьевский соловей» в различных номинациях и возрастных категориях наградили дипломами от Министерства культуры Московской области. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.